Детская программа национальной телерадиокомпании «Бухты-барахты» стала призером 6-го международного фестиваля «Свет миру». На конкурс было подано более 700 заявок из России, Украины, Беларуси и Сербии. Лучшая работа отобрана для финала, их авторы приглашены в Ярославль. Учредитель фестиваля – Рыбинская епархия Ярославской митрополии Русской Православной Церкви. Поэтому основное требование к работам участников – донести до зрителей идеи добра, любви и нравственности. Программа «Бухты-барахты» выходит в эфир уже 4 года. Ее главный герой – волшебник дядюшка Бух – телепортирует юных ведущих в самые разные места. В конкурсном выпуске мальчишки и девчонки призывают зрителей не бросать друзей в беде, заботиться о тех, кого приручили, фантазируют, к чему может привести хвастовство. Результат фестиваля – диплом второй степени. Мы поздравляем наших юных коллег и редактора детских программ Марию Шоклеву с наградой.